Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про скрепер, который продается в нашем интернет-магазине. Скрепер большой, фирмы Йохан Офнер. Йохан Офнер. Это австрийская фирма. Делают они очень качественные скреперы, лопаты. Очень большой зимний ассортимент у них. Только что я снимал обзор на вот такой небольшой скрепер. Этот скрепер большой. Сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет и какие у него размеры. Значит, ширина скрепера составляет у нас ширина где-то 70 сантиметров, около 70. Длина рабочей части у нас 79 сантиметров. Так, и общая длина от начала до конца, от режущей кромки до конца ручки у нас 165 сантиметров. 165 сантиметров. Скрепер тяжелый. Он весит около 6 килограмм. Он весит. Пластик, толщина пластика, значит, замерим вот здесь. Толщина пластика 4 миллиметра. А вот в этой части, там, где идет такое усиление, у нас будет чуточку побольше. Здесь у нас где-то будет здесь 8 миллиметров. 8 миллиметров. Вот здесь идет такое усиление небольшое. Сам кант металлический, оцинкованный. Металлический оцинкованный кант. Сама ручка металлическая и крепится с помощью болтов. Ручка проходит вот практически до конца. То есть ручка до конца проходит и с помощью 4 болтов в общей сложности крепится к самой лопасти, так сказать. Получается, что такая жесткая конструкция. Жесткая конструкция из-за того, что ручки, они держат здесь форму. То есть такой неубиваемый скрепер, тяжелый, мощный, с толстой стенкой, да, из 4-миллиметрового пластика. Здесь у нас идет такое ребро жесткости. И направляющие, они тоже служат как и ребро жесткости, и как выполняют роль саночек, да, которые помогают нам транспортировать снег. Как работают, как направляющие. Откидывать, транспортировать. Вот такой вот мощный скрепер, движок, или по-другому движок, скрепер фирмы Офнер. Австрия славится своими горнолыжными курортами. Снегу там очень много, особенно на курортах. Артикул KSCHW1 Йохан Офнер. Перевернем обратно.
Так что если у вас большие площади для уборки, и вы хотите очистить большую площадь какую-то, да, от снега, то лучше такого скрепера не бывает. Скрепер не дешевый, но купив один раз, вы будете пользоваться им несколько лет. Очень хорошо подойдет для всяких служб ЖКХ. Даже видно, как вот загнуто здесь немножко. Кант режущий. Так что покупайте лучше, а про остальное забудьте. Покупайте в интернет-магазине kado.ru.